Всенощное бдение – вершина русской литургической музыки. Впервые исполненную в России в 1915 году всенощную ждала трудная судьба. Пролетарская революция с ее воинствующим атеизмом рушила не только храмы. Она пыталась вычеркнуть из русской культуры и это великое произведение Рахманинова. 60 лет не исполнялся всенощной в России. Еще дольше был закрыт для верующих Успенский собор, жемчужина Московского Кремля. То, что вы увидите, по-своему уникально. Собор и музыка возвращаются к нам вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Всенощная.